Ночь. Город накрывает очередной снегопад. Условия на дорогах ухудшаются. На маршруте патрулирования в поселке Солнечный госавтоинспекторы Дмитрий Сбичаков и Максим Сидельников. На свет проблесковых маячков спешит водитель с просьбой сопроводить его и супругу в больницу. Водитель автомобиля был взволнован. Сообщил нам, что в салоне находится его жена беременная, у которой начались роды, и попросил о помощи. Нами было принято незамедлительное решение сопровождения данного автомобиля в перинатальный центр города Саратова. После чего в дальнейшем мы узнали, что у будущих родителей родилась дочка. Хотел сказать, что огромное спасибо ребятам. Достойные ребята работают в полиции. Вы выручаете. Спасибо большое. Счастливые родители маленькой Дарины признались, что рады были видеть на выписке не только родственников, но и сотрудников полиции. Они поблагодарили их за помощь, умелые действия в критической ситуации и внимание, оказанное семье. И была заснеженная погода. Выезжали из-за двора. Увидели ребят, нас спросили, может помочь, потому что застревали все, как бы снег, да, погодные условия плохие были. В общем, мы сказали, что мы в роддом, но они нас сопроводили, и все, в общем, приехали сюда, спасибо вам большое. Добавлю то, что еще, как бы, когда я из машины вылазила, то есть мне подали руку, сопроводили, то есть приемное отделение, то есть все было вообще, ну, спасибо огромное, да, на самом деле, потому что погода была нелетная, так сказать, вот, и нас прям... До места сопроводили. Вот, соответственно, приняли участие, так сказать, в рождении нашей дочки. Благодаря тому, что молодая мама была своевременно доставлена в медицинское учреждение, ее здоровью и малышу ничего не угрожало. Такие ситуации, когда отзывчивость становится ключевым моментом в благополучном финале, не редкость. И за каждый такой случай врачи говорят спасибо. Существуют ситуации, когда очень важно успеть вовремя. Это одна из них. Роды – это процесс непредсказуемый, и с какой скоростью они будут идти, предсказать не может никто, даже опытный акушер с большим стажем работы. В данной ситуации все мы знаем, что наша дорожная ситуация оставляет желать лучшего. В зимние месяцы доехать достаточно сложно, и с учетом того, что за рулем находится молодой отец, который нервничает и, соответственно, может не совсем адекватно оценивать дорожную ситуацию в этой ситуации, помощь работников службы ДПС, она неоценима. Офицеры и члены городского общественного совета преподнесли семье подарок – удерживающее кресло для безопасной перевозки в салоне автомобиля. Сотрудники ДПС пожелали супругам крепкого здоровья и удачи на дорогах. Эллада Абжалимова, Анатолий Чернов. Дежурная часть, Саратов.